открытие волевого центра, полная потеря страха на всех уровнях. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Здесь присутствуют чаты в Telegram, в которых проходят прямые эфиры для настоящих, думающих силовиков, решивших стать свободой изобилия. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мир, пробудись. Прах эго отряхни. И мысли новый путь открой. И чистый, и прямой. Спасение жизни, мира на этой планете, зависит от множества божественных существ, находящихся в человеческой форме. Мы выходим в эфир. Эти слова мы все чаще и чаще будем проговаривать, ибо это касается многих из нас. Каждый из вас сейчас понимает и знает уже, что каждая мысль, каждое слово имеет огромную силу и огромное значение. Это понимание в эфир, вам кажется, вы себе какие-то слова грустные, сердитые слова сказали, и не раз. И вам кажется, они остались где-то возле ваших каких-то чертогов и никому не видимы. Мироздание настолько совершенно устроено, что каждая мысль ваша вами сказанная, в чей бы адрес вы ни сказали слово, мысль пропустили, может быть, вы ее не создали, она чья-то прошла через ваши какие-то составляющие энергоструктуры, через какой-то ваш мысленный процессор, и она уже взяла вашу сигнатуру. То есть она через вас проходит, она берет вашу сигнатуру, сигнатуру вашей подписи. И в таком понимании эта мысль выходит в эфир. Сигнатура ваших помыслов, диалоги, диалекты. Чтобы заговорил ваш диалект, ваша внутренняя сила, вам нужно этот эфир высвободить. И эта техника, практика, когда мы о ней говорим, она была не признана. Мы не будем на этих причинах останавливаться. Это были и Дзета, и Нибиру, и эти внедрения, и эта система, все здесь. Ваши эфирные наработки, они остались, и сейчас, когда пытаются что-то рассказать о самой решетке планеты, многое пропускают. Для всех нас она необычайно важна. Это то могущество, без которого нам, что называется, не быть и не жить. И эфир, который вы создавали, каждому из вас нужно написать, выговорить и проживать это. Все, что мною создано, обиды и в первую очередь несказанное мною, я хочу себе сказать. Вот этим, несказанное мною. Слово «мною», если каждый по-своему произнесет, оно будет гораздо больше, чем вы выглядите, чем вся ваша аура. Несказанное мною, это будет гораздо большей объемности. А вам казалось, вы так много говорили. Многие из вас нет несказанное. Почему несказанное мною, вы сказания делали, которые были не составляющие, не касающиеся вашего камертона, вашего дыхания? Не в единстве было, не было единения с вашим внутренним диалектом. Все-все это было не сказано вами. Это суицидность энергий, которая закрывала внутри вас системность. Систему вашу, камертон, диалект. Несказанное мною, здесь огромная могущественная практика, она превыше всего сейчас стоит. И чтобы это произошло, вам необходимо голосовые связки высвободить. Но невысказанное мною, вам нужно обязательно поместить, где-то записать это, что я не высказал. Одна из таких мощных практик. Что бы я сказал? Как бы я сказал? Как бы что бы я сделал? Как бы я думал, если бы я всегда-всегда помнил, что я есмь? Вот эта молитва, мантра, как хотите назовите ее.
а она не имеет границ могущества своего. Как бы я вел себя? Что бы я делал? Что бы происходило? Как бы я звучал? Рассказывал, проговаривал, как бы я пел? Как бы я слушал свой звук? Слушал свой звук, если бы я всегда-всегда и навсегда знал, что я есмь. Как бы я проживал, если бы знал, помнил, что я есмь. Эту активацию вам необходимо честно, игриво, потому что здесь выступает ваш тот ребенок, замолчи, не плачь. У вас во всех все было разное. И игривый этот ребенок, и этот мудрец выходит, и все-все вместе выходит. Вы уже успели увидеть, прочувствовать, но вы совершенно взрослые. Как бы я проживал? Что бы я сказал? Весь акцент идет, если бы я всегда-всегда помнил, что я есмь. Как бы вы активировали это все в себе, здесь нужен только внутренний проговор. Внутренний проговор – это вы вливаете слова внутрь себя. У многих вас аж захлестывает лимфа, сейчас в работу вступила. Как она могла? Вроде бы ее никто не приглашал, но она работает. Доказательством, насколько прямым касанием могут проникать звуки честности в ваши энерготела. Лимфоузлы в области горла по бокам, чувствительные, мощные, работают, очищаются. И это указывает на то, что энерготела и физическое самоисцеляются. Как все это имеет значение? Эфиры на этом канале, они все-все очень разные. Они несут ту энергию космической целостности, и поэтому они так легко проникают, высвобождают все ненужное, исцеляют. Это и есть та непомерная мудрость, которую нам передают. Вам нужно это взять как истину. Утвердить себе еще и еще раз многократно. И вот эти, как бы я себя вел, что бы я себе сказал, как бы я говорил. Что мне нужно сказать то, что я не высказал, если бы я всегда помнил, что я есмь. Это звуком идет громко, если вовнутрь, то вы это будете чувствовать движение, вибрацию внутри себя. Такое ощущение, что там внутри, на самом деле игривость духа начинается, если вы изначально берете это. Как бы я разговаривал, если бы я знал всегда-всегда с самого начала, что я есмь. Игривость, радость ему дали, открыли его. Ему позволили стать наконец-то властелином. Это во всех внутренних ваших частях. И вот эти внутренние части, это именно стержень, он больше всего заработает. И быстрее всего будет ощутимый, это рациональный разум. Эта вибрация продолжает двигаться в вашем теле, и вы посылаете правому и левому полушарию. Ваше сознание объединяется при этом. И все это идет любимое правое, любимое родное, какое же красивое, правое, левое, полушарие. Начинаете разговор, синхронизацию ваших полушарий. Пробуждаете правое, правдивое правое полушарие своим произношением. И выводите темечко. Положить не раз руки на верхнюю часть головы, сплести руки и подержать. Вы почувствуете затылок. Действуйте, практикуйте, тогда будет более понятно. И не раз себе сказать, как бы я понимал это, если бы я знал, что я есмь. И у каждого будет свое ощущение, но свет будет проявлен очень активно. Может выйти все что угодно, но игривость духа, детство, раскрепощенность такую непомерную красоту переливов самого созидания, творения, вы обязательно почувствуете. Это нельзя пропустить. Это невозможно сейчас не увидеть и не почувствовать. Не создавайте, не спешите в угоду. Вы так часто создавали, вы так часто говорили в угоду кому-то. Нет, все-все сложите. Опять сложите ладони, это одни из мощнейших чакр системы вашей, мощный виток вашей всей энергосоставляющей системы. Мощный виток находится на середине ладоней ваших рук. Мощнейший виток всей энергоструктуры, системы вашей. И когда вы его объединяете, вы очень быстро, усиленно чувствуете, многие из вас чувствуют тепло на спине, лопатках.
то есть это крылья, что называется, касайтесь. И убирайте все какие-то приказы, приговоренность человеческую. Это тоже практика. Приговорили человечество к какому-то их желанию служить им, уберите это все. Снесите это. И эти практики помогают освободить ваш дух, душу. Те аспекты вас, которые не подчиняются. Невозможно было это сделать, если бы вы не согласились на это, не дали своего согласия. Ибо ваш дух, душа, всегда любили вас. И их безусловная любовь к вам дала такой результат. Утверждайте себе как можно чаще, в легкости, в радости, в порыве страсти жить, невозможно Бога убить. Невозможно. Меняйте, не повторяйте четко какие-то произношения, а играйте. Игривость сейчас должна выйти. Играйте, но вместе с тем, играет дух, он сознающий себя. Это игра не наивности, а игра силы света. Дух, он игрив. До бесконечности игрив. Он так красив, это что-то. На него смотреть никогда бы не насмотрелся, настолько он прекрасен, он так могуществен. Но он игрив, играет ответственно, его могущество всегда проявляется. Когда он свободен, не управляем никем, тогда так явно проявляется его могущество, мудрость, сила, знание. Он игриво-созидательный. Он игриво-мудрец. Он мудр до такой степени. Но ведь сотни тысяч жизней у многих из вас были. И дух был, и высшие аспекты вас были. И дух относится к высшим вашим аспектам и был всегда. Он один и тот же возвращался. Да, были у кого-то разные моменты, нельзя сказать, чтобы нигде не нарушили закона Бога, не сделали какие-то ложные утверждения. Но огромная часть в этом воплощении вам был дар дарован. Вы пришли сюда не просто пройти по этой планете, побывать на ней. Нет, вы выполнить миссию пришли. И вот так, где какая-то часть подзабыла, а сейчас вы ее усилили, напомнили. Усилили воспоминания ваши, кто вы на самом деле. И что я, есмь, это в вас. Это внутри вас. Это еще и еще раз скажем, сейчас у вас идет внутри меня. Это значит я настоящий. У меня внутри. И вот эта игривость его добавлена была. Это дар Творца. Когда его было решение принято, оно заранее было принято. Они заранее ведь знали, что человечество успеет натворить на этой планете. Они заранее знали о вторжении, для них это было понятно. И поэтому этот состав небесных световых силовиков был усилен на сейчас. И это правда. По-другому вы будете это слышать и принимать своим принятием. Да, это так. Готовили силовиков световых. И когда вы слышите о силовиках, да, пока что власть удерживает, но верьте в то, что ваша сила гораздо больше. Пока что верьте, пока что утверждайте, и результат этот будет проявлен. Как это проявится, вы это увидите. И снова напоминаем, что мысль и слово – основа вас. Не чья-нибудь. Ваша сигнатура, ваша подпись. И в вашей мысли и слове, она когда идет вместе, она сейчас усиливается. Что значит усиливается, чтобы вам как-то проще смотреть на все это, не усложнять, а как-то упрощать все это? То есть сигнатура, которая написана, ваша подпись вашей души, она становится очень яркой. Она действительно такой становится, потому что мироздание меняется, и меняется все. И вам нужно понимать, что собирая вас в дорогу, все-все сложил Творец. И старайтесь признавать себя настоящего, и не попадать на сенсационные видео, которые уводят вас от самих себя, от своей истины. Тот аспект вас, тот вы, который находитесь на более высоком уровне. Смотрите, как все просто. Это вы и там, и тут. Это вы складывали себе все эти принадлежности, которыми вы будете сейчас пользоваться, и которые есть.
То есть сенсация должна быть, как страсть, страсть истины. Страсть внутренней зажигательной такой силы. Но не та сенсация, которую вы можете пропустить. Нет, она в вас. И каждый из вас это будет делать в каком-то таком ритме подъема. Да, он очень ускоренный. Да, скорость его увеличили, да, и это правда. Но собрали вы все свои составляющие самостоятельно. А вы, те настоящие вы, те сильные вы, никогда себя не обманывали. Никогда-никогда не говорили себе неправду. Никогда. Как это много! И вот у многих из вас из солнечного единения проливается как струя, и она многомерна, такая большая-большая по всем вашим глобулам, по всем чужеродным убеждениям, что называется, мгновенно вырастает и растворяет их. И вы всегда помнили, что в этом как раз и заключена ваша сила, могущество, быть истиной. Быть истиной – это значит быть всегда светимостью и всегда уметь творить. Вот в чем произошла вся эта ипохондрия, все эти коллапсусы, которые происходили. Вам врали, вы себе врали, и это произошло. И все, что нужно сейчас, это перейти на истинную правду, на собственный звук изначальный. То есть изначально оно будет. Вы будете делать какие-то действия, но вы все время будете внутри себя находиться. И задавать себе до бесконечности вопрос, что бы вы ни делали, я внутри себя или нет. То есть сознание собирается, концентрируется, когда вы говорите внутри себя. Здесь происходит очень много многогранных аспектов, в вас объединяются. Что происходит вообще со всей системой, многое нужно рассказать. А вот самое важное – суть. И суть, когда я внутри себя, вы собираете свое сознание. То есть сознание не гуляет по системе вот этих всех рептилоидных указаний и других. Не осуждать, а яро выйти оттуда. Я набираю свою мощь, но самое важное, что все ненужное покидает мои чертоги. И вот здесь настойчивость должна продлеваться. Не выходит в парадигмы социального объяснения, что это такое. Это вы. И у вас у каждого свой будет движимый, внутренний вдох-выдох. Он у вас у каждого свой. Он не бывает никогда похожим, все разное. И когда вы так произносите, вы не стыдитесь себя. Нет стыда, теряется стыд. Самое большое, что вы держите, и что вам мешает на самом деле, это стыд самих себя. Потерять что-то, снять с себя, и тогда это будет вам видимо и проявлено. И вот это как я, как та часть меня, что дышит мною. Дыхание ваше выравнивается, оно не пытается где-то повторять. И оно сознания не касается, оно здесь собрано у вас. И оно со стороны рассматривать начинает мир. Это прекрасное понимание, мы обязательно о нем начнем вести эфиры мировидения. Очень много здесь мудрости, непомерной силы, и она доступна вам. И чтобы она стала вам доступна, и быстрее ускорился весь этот процесс, вам нужно похотливость рептильную также убрать. Что касается сексуальности, она исковеркана, искажена. Именно это животное, этим животным совокуплением, именно рептильная она здесь. Одна из больших задач – это именно рептильная. Там не соприкасается душа, сердца. Там, невзирая ни на что, идет акт совокупления, транзит, обмен. У них совсем другое, животное, там транзитом идет обмен каких-то частей, сублимаций. И поэтому какое-то было ощущение, и до без конца хотелось этим обмениваться. Печально. При этом вы теряли полностью божественные частоты. Но это правда. И тогда ваше состояние подогревало дальше эту всю систему. Та планета, та цивилизация Нибиру, которая когда-то знала, и до сих пор она знает, что такое частоты. Их воины находятся на планете, ходят в человеческих формах. Частично есть они, но больше из них ходит на том невидимом для многих из вас планах. Называете вы очень часто астрал, но больше его правильнее назвать не астрал, а Нибиру, где находится.
а они могут проходить, видеть, а они находятся на этом уровне сознания, где ваш затылок закрыт. Если кто-то продолжает верить в религиозность или в кого-то очень умного, а себя не очень умным считает, то закрытый затылок не видит. И это их было убеждение. Там очень много было составляющих, которые закрывали затылок, корневую чакру. Когда в состоянии боли, обиды, грусти, пожелали эти слова «не хочу жить», корневая чакра становится им доступной, и они могли вторгаться. Сейчас самое необходимое вспомнить, помнить, кто я есть, и усилить этот свет. Проживайте каждое мгновение с позиции силы света мудрости. И тогда быстрее будете себя освобождать. И если вы еще не слышите себя, значит, где-то есть помехи, которые нужно убрать, рассмотреть, освободить. Эти помехи могут быть давними, но они до сих пор вас удерживают. Вот в чем задача. И если с этой точки зрения проживать, тогда у вас все быстрее будет получаться. С этой позиции. И не беру, они передвигаются, их можно увидеть. Что значит «не хочу жить» или «жизнь такая тяжелая»? Или «я никчемный, незначимый»? Какие-то такие убеждения – это резонанс с ними. Почему они так о себе думают – это резонанс низкой частоты. И этот резонанс низкой частоты помогает им вас вылавливать. Не испугайтесь. Попробуйте усилить свое звучание, и только с этим оставайтесь. В каждом моменте вы можете выйти из этого состояния, но правду нужно знать, чтобы исцелить это. По-другому нельзя. Правда это в том, что вам нужно полюбить жизнь и принять как связующую с дыханием. Жить – это ярчайший свет по сравнению с этой тьмой. Почему вам нужно освободиться от грусти, печали, неуверенности в себе? Потому что если не сейчас, большинство из вас резонировали где-то с ними. Еще может быть такое понимание, чтобы резонировали, они не обязательно могут включиться. Не беру, они могут бросить свой какой-то якорь, это так называется. Они его разбрасывают, чтобы человечество держать в потемках, в низкой частоте. Как паук бросает липкую паутину, вот так может быть скорее. И оно на вашей корневой чакре. И вы по-прежнему считаете безволие естественным состоянием, это неправда. Безволие очень серьезно, и оно именно так стоит на первой чакре. Если вы его испытываете, переутвердите в себе. Просто испытайте это сегодня, завтра, в течение какого-то времени, утвердите себе «я выбрал жить». Этот период этого времени, с одной стороны, он настолько и сложный, и трудный, и вместе с тем в этом же моменте столько силы огня космического, столько силы ясности, и это происходит одновременно. И здесь вам главное утвердить в себе, что вы выбираете, то есть переход совершенно с другого понимания, с радости, силы. Я выбрал жить. Жить так, чтобы снести с себя все ненужное, со всех своих чертогов, и быть собою, и ясность обрести «я выбрал», «я есмь». Это магическое произношение дает вам всю власть. Властелин, вы можете очень быстро стать, вы его достанете. Вы его раскроете, как только вы честно внутрь себя разговаривать будете. «Это все, что мне нужно». Налили емкость для воды, выпивая. Любой сосуд, выпивая воду, и не дышать. На одном вдохе выпить емкость воды. Эта техника очень сильная, которая помогает объединению вас самих в себе. И это объединение дает силы, ясность проявляется, вы так много начинаете видеть, знать. Это чтобы раскрыть себя, освободить себя. Вы состоите из многих граней. Выпивая вот так воду, вы объединяете себя. Возможно, здесь активировать силу действия в себе. Рассматривайте себя многомерно, многогранно, и все будет проще, будет ясно. Как только корневая чакра обретает свободу, она ускорена сейчас. Она, в унисон с планетой, начнет жить.
Это просто, это ясно, и это необходимо всем. Ваш затылок начнет сразу по-другому вести себя. Там тоже начнут лопаться, разрываться как мыльные пузыри их внедрения, закрепощения. Проще, естественнее и правдивее убрать все, а не продолжать верить в ложь. И когда вы поверите и уберете это все, вы как раз и станете. Вы просто дотянетесь ладонями вот этими мощными, которые у вас есть, к той части себя, которая в вас поверила. Вы часть взяли и разделились. Одна часть сюда, одна осталась там вверху. И эти соприкасания ладоней дают вам единение с собственным могуществом. Никого нет мудрее, только та ваша часть. Ибо у каждого своя задача, своя уникальность. И если вы выполняете это честно с собой, ведете диалект с собой внутренний, сложив ладони, вы за короткое время становитесь собой. Вы сиянием своим становитесь. Это так много. Просто ладони вместе и просто правду себе, какая есть. Чего я боялся, во что я верил, кому я поклонялся. Малейшее, как ты красив, как ты прекрасен, как ты умен, это все было поклонение. И у вас их было много. И когда вы это осознаете, правду говорите, в эфире растворяю все, что мною было создано без понимания, без единения своей божественности в себе. В эфире, везде и всюду. В прошлом и сейчас. Это та сила, которую вы обретете. И тогда, растворяя, убирайте. И тогда связующее с самим собой будет объединяться. Не ищите сложности. На самом деле основа божественности – это ясность. Ясность всему. И вам нужно в это верить. Сейчас нужно верить. Вы раскроете постепенно того мастера в себе. Но не поклоняйтесь никому. Начните это делать в себе, с собой. А не снова, когда вы прослушали эфир или видео здесь, вместо того, чтобы занимались собой, чтобы утверждать, вы снова и снова ищете какие-то подтверждения, и как это сделать. Попробуйте сейчас задать себе такой простой-простой вопрос, просто хочу говорить себе правду. Вот это и есть, как это сделать. Освободить свои тела. Вы все это делали технически. А вам нужно честно обнять себя, признать в дыхании своем себя, того Бога в себе. В честном дыхании. Его нельзя механически. Вам нужно свое дыхание выровнять. Выравнивайте, сосредоточивайтесь на своем дыхании и не уподобляйтесь никому. Какие бы у вас ни были ощущения, какие бы мыслеформы ни приходили, ваши честные утверждения будут вам помогать. Я в радости от всего этого хочу освободиться. Я просто хочу быть свободным. Хочу быть богатым. Быть сильным, здоровым, радостным, энергичным и подвижным. Любые физические движения и спорт будет вам необходим. Если вы как можно чаще утверждаете «я нахожусь в себе», середина груди – это чакра сердца, это дух, душа, также здесь находится. Когда вы в себе, вы не берете, вы не резонируете. Даже если вы до конца не освободились от какого-то еще груза, но вы не будете резонировать с этими нижнеастральными сущностями. В этом весь секрет. Делитесь им. И делитесь там, где могут вас слышать, чтобы они не усиливали тьму, а высвобождались и служить истинному свету. Все, что мы здесь передаем, это та часть ваша, более высокая ваша вторая часть, которая находится. Она гораздо больше вас этих, которые здесь находитесь. Она сильнее, она мудрее, она активнее, она радостнее. Она сияющая. Она необычайной красоты. Она всегда помнит, и она ни на секунду не забывает, что слово «служить единому небесному Творцу» – это истинность ее. И тогда у нее идет этот взаимообмен световых вкраплений, внедрений, потоков. Поменяйте каждый, что для вас значит слово «поток». Искристый, сияющий, или где-то у кого обучались. Кто-то назвал рептильный поток потоком. Тут надо обязательно разбираться.
Если вы не разбирали, то это будет вам помеха. Эта часть более высокая «вы» – вторая часть. На самом деле она может быть первой. Она всегда помнит, попробуйте на это посмотреть по-другому, чтобы ей жить, она служить должна Творцу, Небесному Отцу. Как все просто на самом деле. И когда вы с ней объединяетесь, у вас всегда есть желание нести свет. Никогда не лукавить. И также вам, чтобы вы дышали, чтобы энергия света в вас наполнялась, чтобы вы были молоды, здоровы, энергичны, вам тоже нужно принимать этот свет, рассказывать и передавать. А сейчас это все ускоренно и вышло передовым. Мы та цивилизация, которая находится на очень высокой октаве, октава звука. Цивилизация, которая обладает непомерной мудростью именно звука, звучания. И мы хотим напомнить вам, что дыхание – основа вас. Через дыхание очищается сознание, свой звук возвращайте. Могущество своему волевому центру. В дыхании дыхание – это основа сейчас. И если не служу, тогда дыхания нет. И мы всегда об этом помним. Ибо служить – это жить. Это для нас одно. Мы всегда гордимся своим дыханием. Дышу – значит горжусь. Гордость тут непомерная, достоинство. Я дышать могу. Я жить. Я жизнь славить. Что такое дышать? Это жизнь славить. Служить самой жизни. Почему произносят вам сейчас? Это только по той причине, чтобы вы поверили в это. Если вы внимательно слушаете просто звук, вы не принимаете. Вам нужно вот эту середину груди, где чакра сердца вы называете. Мы называем это и чакра сердца, и души, и духа, и все-все здесь находится. Это очень мощная такая в вас вместимость. И если вы сам в себе нахожусь, рука ваша здесь, середина груди, выше солнечного сплетения где-то на 3-4 пальца ваших. Если вы это сейчас настойчиво утвердите, тогда вы слышите какой-то звук. Вы не вникаете, а вы учувствуете. Вы как-то учувствуете это все именно этим местом сейчас. Пробуйте просто делать вдох-выдох, сам себе в себе. Сам с собой. Здесь живу, дышу, служу, знаю. Слово «знаю» всегда стремиться необходимо. Славить Бога в себе, тогда вы сможете истинность передавать. Славить Бога своего внутри себя, только так вы сможете высвободить свои вены, капилляры, как вы называете весь механизм свой. Делитесь, раскройте эту мудрость, передайте просто истинностью мудрости. Не составляйте какие-то в социальном виде, а вот так, как есть. Вот так возьмите и передайте и там, и пусть оно передается в вашем мире. Ваш мир достоин света. Он достоин, он очень могуществен. Ибо снова и снова напоминаем, вы очень-очень тщательно готовились к этому воплощению. Очень тщательно. Вы такие уроки прошли, вы такие тренировки делали. Вы столько спортивного снаряжения в себе принесли с собой, и это находится в ваших энергоструктурах. И вы ими не пользовались. А сейчас пожелайте себе с этой секунды начать этим пользоваться, и вы взорвете все. Снесете все ненужное. Это доступно вам. Элементал сознания тела – это тот ваш волшебный дар, которым вы можете воспользоваться. Он у вас уже открыт. Смотрите, как происходит все вовремя. Творение Творца. Они всегда актуальны и всегда своевременны, помните об этом. Радуйтесь. В радости вы непобедимы. С вами была цивилизация Вега. Мы обладаем искусством красоты, искусством изящества, мудрости. Если у вас где-то там будут в ваших интернетах записи о нас, нет, они не будут истиной. Сердце ваше сможет слышать. Не пытайтесь к нам добраться, иначе будет очень трудный этот путь.
Все, кто пытается вас обмануть, что вас напоит, накормит какая-то цивилизация, какая-то дилемма чего-то, это ложь. Пока вы не откроете в себе эту мощь, это будет урон, это будет деструкция, дисфункция вашего головного, спинного мозга. А это основа, это дар ваш. Ваши тела – это величественный дар. Да, наши женщины необычайной красоты. Необычайной красоты, и женственность очень ценится у нас. Женственность совершенно противоположна вашим объяснениям, которые на вашей планете есть. Совершенно другая, у нас она. Это чистота помысла. Это красота, это сила, это мощь. Это управление собой, созидание, это наша видимость. Это мы. Мы из этого состоим. А не просто закабалить кого-то мы никогда не идем, и мы не помним даже этих моментов своего восприятия. Это не есть мудрость. Если где-то у вас были учения женских практик, то как много вреда они вам принесли. Пересмотрите как можно скорее, где вас убеждали, как вам нужно своим каким-то либидо вторгаться в чужое тело, и как можно им управлять. Управляя любым существом, вы теряете божественность. Вы теряете силу при этом. Наше обращение ко всем тем, кто слушает. Поднимите честность. Станьте ею. И тогда ваша цивилизация примет то изначально сотворенное Творцом – сознание, которое так нужно сейчас всем вам. Мы были в свете. Свет нести – для нас великая честь. И пусть этот мотив останется в ваших сердцах. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя, и все творения Создателя. Курс «Дельфины» – это радость неземная. Прямые передачи – Владыка миров, Элохим, Архангелы, Световые цивилизации – Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и Дельфины и Киты. Настоящая активация божественности, изобилие в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария.
в восстановлении вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.